всегда он на листах рисовал и приходил в альбомах, знаете, мы с удовольствием смотрели, как он рисовал. Он талант свой проявил еще с детства. Прекрасно его рисунки демонстрировались в школе, классно. Талант его особенно меня поражал тем, что он самобытный. Он очень, видимо, глубоко в тело, в жизнь его вошла наши обычаи, наш осетинский быт и труженики, наши земляки. Он в своих трудах всегда изображал, изображает своих земляков, предков, как они трудились, каким они есть. Он когда закончил школу, мы были уверены, абсолютно были уверены, что он пойдет по пути своего развития таланта. И действительно он закончил институт, его труды демонстрировались во многих странах мира. Я не буду перечислять, но хотя бы скажу, Франция, Германия, США, где его работы демонстрировались и были его выставлены. У него великолепные работы, которые есть сегодня и украшают многие парки, многие города, как, например, в Сеуле, его скульптура в Олимпийском парке. Это говорит о том, что он очень талантлив, очень самобытен. И мы, честно говоря, гордимся, его селяне, его земляки, гордимся им, что он у нас вот такой человек. Я думаю, что здесь присутствующий также оценивает его талант, его труды и должное ему отдают. Я бы в этот замечательный день не хотел бы отделить его от супруги. Супруга не было бы у него такой замечательной пылки. Наверное, он бы не смог всего этого достигнуть. Но рядом находилась вот эта замечательная женщина и помогала, и поддерживала все эти годы. Я понимаю, значит, я много раз у него был в мастерской и видел, как он трудится. Значит, иногда что-то получается, а иногда нет. Он все сломает, опять начинает снова. Все это ведь сложно, трудно. И всегда он находил поддержку вам. Спасибо, Алла, вот за то, что вот так у вас нормально получилось. Я этот тост предлагаю за замечательного человека, за нашего юбиляра Лазаря. У нас отчество не говорит, у нас Лазарь. Лазарь для нас остался Лазарь всю жизнь. Дай Бог ему жизни, пусть до 100 лет живет здоровым, а после 100 лет берется солистичка обязательно 5 лет. Дальше продолжим, а потом будет продолжать. За тебя! За здоровье, здоровье, счастье и радость, ребята. Вам вместе. Спасибо. Всей вашей семье. Ура! 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 Спасибо.